Ильичевские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по боксу, которые прошли в минувшие выходные в нашем городе. В субботу, 29 октября, в нашем городе состоялся открытый кубок Ильичевской городской федерации бокса «Содружество». В состязаниях принимали участие боксеры Ильичевска, Одессы и Одесской области. За звание лучшего спортсмены боролись каждый в своей возрастной категории. Представители Ильичевской федерации бокса весьма успешно выступили на ринге. Победителями в своих весовых категориях стали Елисей Параманов, Константин Белый, Руслан Гуменюк, Ренат Тищенков, Дмитрий Казанин и Николай Ковальчук. Порадовал зрителей зрелищным поединком кандидат в мастера спорта, участник чемпионата Украины, чемпион Одесской области Константин Акамелков. По результатам боя ильичевский спортсмен стал победителем. Удачные выступления боксеров стали результатом упорных тренировок под руководством старшего тренера Сергея Бея и тренера Александра Чумаченко. Представители Одесской региональной федерации бокса отметили хороший уровень организации и проведения соревнований.